уже с вами говорили сегодня про судьбоносный выбор, который приходится делать еще в детстве. Но оказывается, тема эта еще далеко не исчерпана. По крайней мере, для героя нашего следующего сюжета. Пап, помнишь, ты говорил, я когда вырасту, смогу себе сам невесту выбирать? Конечно, говорил. Ну вот я выбрал. Смотри, какой красивый. Где сынок? Да вот, в магазине, видишь, вот. Ой, что ты, Рубенчик, это же манекен. А что, имя красивый. Она даже не двигается, да? А мне не надо зачем двигаться? Главное, я ее люблю. Ну, слушай, она даже лысая, а? Ничего, зато у нее характер хороший. Она спокойная и очень красивая. А волосы отрастут, да, манекен Джан? Ну, ладно, Рубенчик, пошли кольца покупать.